Короче, вы не поверите, но я жив. Да, видосы давно не выходили, потому что мне немного не до видосов в целом. Сами понимаете, какое сейчас время. Там изредка пытаюсь стримить все дела, но недавно я заметил одну приколюху, которая заставила меня записать этот видос и поговорить с вами. Кратенько. Я думаю, если вы регулярно заходите на канал, что, конечно, вряд ли никто не заходит на мой канал, но за месяц один мы добились прироста в 574 подписчика, вы просто на это посмотрите. Такого не было никогда, вы просто посмотрите на то, как статистика возрастает. Эти графики, что-то здесь не так. Здесь определенно что-то не так. И я не понимаю, в чем прикол, откуда эти люди, и почему они тогда не смотрят, раз они подписываются. Ведь подписываются же люди для того, чтобы постоянно следить за тем, появляются ли новые видосы на канале. Но их, ну, их никто не смотрит. 4800 человек на канале. Их никто не смотрит. Изредка набирается по 100 просмотров. Я не понимаю, в чем прикол, где люди? Но все же, откуда такой прирост? Люди, откуда вы? Я постараюсь, кстати, активить при возможности побольше. Я ничего не обещаю, потому что сейчас время такое, что мне действительно тяжело заниматься именно каналом. Я заодно работаю над одним проектом. Решил я вернуться в геймдев, так что, возможно, ждите какой-нибудь инфы. Кто дослушал до сюда, тот молодец. И, в принципе, все. Ребят, напишите кто-нибудь в комментариях, кто вообще регулярно хотя бы смотрит видосы, чтобы я понимал, что да, у меня есть какая-то активная часть от подписчиков. Потому что, серьезно, прирост в 574 человека за месяц — это уже что-то сверхъестественное. Мы просто буквально за 2 месяца с 4000 поднялись до 4800. Вау, вау. Я понимаю, что это изначально все шло от ремиксов и от 50 на 20, но сейчас я не понимаю, что происходит. Так что, все. Всем удачи и всем пока.